Всем не вага, не лага, дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы поиграем Journey of Roach. Напомню, на чем мы остановились. В прошлой серии мы пытались спасти нашего дорогого друга, брата, не знаю, ну в общем, дорогого нам тараканчика. И в ответ мы получили только то, что нас посадили туда, где сидел он, а его забрали. Забрали куда-то в ту сторону за дверью, и у нас перед нами есть какой-то... Можно сделать подкоп! Наверное, по всей видимости. Сейчас попробуем. Ложкой. Копай ложкой, как в лучших традициях зоны. Я думаю, не стоит, да, дотрагиваться. А, подожди, это... А, это нажимать можно, да? О, мы можем выключить. Так. Ага. Вот так. 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 На старт. Внимание. Пошел, пошел, пошел. Нормально? Да. Выключай. Друзья, а вот так можно пройти? О, вот так можно пройти даже. Слушай, а может... А как мне лучше пройти, блин? Так или... Ладно, я уже так... Так, что так? Поставим. Так. Едь. Что? А, у него жопа горит. А, такой еще палец. Ха-ха! Как в Симпсонах, да? Ладно. Так, тут мы подключали. Здорово, слушайте, то, что мы подключали, оно типа не работает. Только мы как-то неправильно подключали. А, нет, все нормально. Все нормально. Все просто замечательно. Так, так. Прошли. Так, выключай нафиг. Так, ага, это... Так нельзя. Ну, он нам не нужен, наверное. Тут кнопка сломана вообще. Хорошо, что отсюда я не пошел. Так, 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 так. Подожди. И... Пошло. Что это такое? О, слушайте, прикольно. Здорово. Подожди, там кнопочка была, я хочу ее выключить. Не дотягиваешься, да? Я хочу ее выключить. Прикольно. Прикольно, здоровски. Ну, слушайте, мы выбрались из нашей решетки. Это просто замечательно. Я безумно этому рад. Но... у нас вот сюда запихнули нашего товарища. Затащили. Пойдемте посмотрим, что с ним случилось. Что такое? Откуда? Дрить меня, Ванимус. Ты что такое? А, ребят, не беспокойтесь, все нормально. Он просто массаж делает. Так что все в порядке. Я уверен. Жесткач. Так, мы этого трогать не можем и... Ага, муравьи нас могут запасти, слушайте. А, слушайте. Я знаю страшный план. Что, куда я полез? Хочу вот так вот. Оу. Я кого-то завалил, да? Что с ним? What the fuck? Ой, ух ты! Вот это здорово! Вот это здорово! Вот это мне нравится! Ага, а ну! А ну! Так, одной кнопки у нас нету, да? Угу. О, кстати, да, а ну, бросай! Ну, я думал, он наблюдает! А, ну ладно, сейчас мы попробуем вот так вот, значит. Получится этого придавить? Нет. Ну, давай все-таки положим здесь. А снизу? Ага! А ну, я видел кое-что. А вот это куда? А, это сюда. Ясно. А ну, убери вот это. Ха-ха! А можно выйти отсюда как-то? Хе-хе-хей! Можно мне как-то повернуться? Тут Кирочка! Привет, человек! Майнкрафт! А, как долго мы? И куда мы? Не? Может, перочинным ножичком что-нибудь с ним сделать? Не? А, ладненько, окей. Что-то там? Алмазы. Да, конечно. Конечно. Так тебе и дали порыть алмаз. Тем более, зачем таракану алмаз? Так. Огонь. Блин.
Нет, нет, нет! И как они меня заметили? Ну ладно. Хорошо, что я тут повыключал все. Теперь можно. Воу-воу-воу. Не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот, да. Так, теперь тут можно спокойно проходить. Какие-то они глупые, они хотя бы проверили, что у них открыта площадочка. Так, ладненько, это мы поняли. Это мы. А, ну у нас наверх еще есть путь, смотрите. У нас наверх еще тут есть путь, можем тут лазить спокойненько. Да. Ну, почти спокойненько. Не так уж спокойненько. А если мы можем сюда куда-нибудь залезть? Нет, сюда не залезть не можем. А? Вот-вот-вот, залезли. Здоровски. Но у нас нет ключа. Подождите, у нас есть перочинный ножик. Нифига, да? А, нифигашеньки. Но. Так, надо подумать. Кирка, перочинный ножик и рация. Может... Рацию? Может рацию? А, батареек нет. Да, точно, батареек нет. Как бы тебе... Ага, ну он да. Этим пофиг. Может с этой что-то, с этой штукой что-то сделать? Может... Не-не-не-не-не-не-не, ты возьми ее. Я перепутал. Я чуть-чуточку пере... Еще одной кнопки нет, вот как бы да. Ха, я знаю. Хе-хей. Я знаю. Ложи. Ща мы тут... выйди отсюда. А, не... два. Я думал, что... Все, я понял. Я хотел на него залезть и покататься, но как бы я управлял, если... А может, слушайте, может перочинный ножик запихнуть? Нет. Кирку? Нет. Ну, не убедил. А вон ключ! Вон ключ, я его вижу! Я вижу ключа! Автоматы, охренеть! У него баксы! Вообще мегамен какой-то. А, вон еще один. Это что такое? А, знаете, как мы сейчас поступим? Куда ты залез? Да куда ты залез? Господи, ну куда ты? Да куда ты? А, не-не, тебе показалось. Возьми вот эту. Бери ее. Так, теперь, наверное, вот сюдашеньки. И вот сюдашеньки. И ставь. Да. Все, сейчас попробуем. Можно я вот это возьму? Что это? Что бы это ни было? Пневма! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что это? Пригвоздило. Вообще класс. Вообще класс. Ну, он один, что ли? Нет, ну тогда тянись. С этой стороны только, что ли? Куда ты за... О, господи, ну как тебе? Так, больше нельзя, да? Ладно, А, подожди, чуть-чуть. Я сам туда залезу, зачем мне туда ящик пихать? Ух ты! Вау! Офигеть! Ну мне туда, наверное, нельзя. Ты нашел клад! Чувак, ты нашел все-таки его! Я не думал, что ты найдешь клад. Блин, и как мне к тебе попасть? Не, скорее всего, это должно быть как бы место специальное. О, батарейки! Батарейки! О, все, ща понесется. А, это одна, да? Есть, ща. Ща ты мне поможешь. О, привет. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Ладно. Так, где? Куда? Куда мне идти? Так. О-о-о! Эй! Бум! Юпи! Что это? Что это ты взял? Такое непонятное. Так, не дотягивайся с тобой побазарить.
И как мне с тобой поглаголеть? Я тебе помог, теперь ты мне помоги. Ну? Как мне с тобой поговорить? Как всегда. Ладно, может попробуем по рации пообщаться, может нам он поможет как-то. Он лесенка, которая... Я хочу ту штучку, хочу, но не дотягиваюсь. Подожди, а мы же так можем, да? О, мы же так можем. Так, хорошо, что мне это дало? То, что я нахожусь здесь. Что мне это ничего не дало? Мне это ничего не дало, ничего не дало. Да, вольно, я в курсе. Но жизнь — это боль. Ладненько, давайте, может, позови. Так, что? А, все. Ладно, спускаемся. И попробуем, может, по рации. Ладно, это, по всей видимости, запрограммированный момент. Может, так? Ладно, убедил. Подумаем, сейчас подумаем, куда мы что можем положить. Ну, возьми, я думаю, с этой стороны мне уже не пригодится. Мне теоретически нужно добраться до ключа. Вот. А ну, подожди. Ну сюда иди, бери. Сюда. И сюда еще. Вот так вот. Не, они меня все-таки как-то видят. Может, я тебя с перочинным ножиком потыкаю, не? Не хотите? А вот так. Тоже не хотят. Так. Ну, тут вряд ли, да? Там у нас чувак стоит, сидит должен. А, он уже ее не бьет. Так ты ему вылазь оттуда. Че ты? Все, окей, у тебя. Ну, как скажешь. Я лезть не буду. Как скажешь. Окей, так окей. Ладненько, давайте подумаем. Подумаем. С той стороны мы были, может, с этой стороны что-то упустили. Ну, вот тут снизу не были. Ах, калаши, калаши. Опа, с этим можно взаимодействовать. Это... А ну... Хе-хей! Крототень! Бомбочка. Вон, я ту хочу! Ту хочу съесть, ту хочу! Опа, что это такое? Что это такое? Бензин вроде, канистр с бензином. Или что-то подобное. По крайней мере, так, а как мне... Как мне съесть эту штучку? Дрючку. Я хочу эту гусеницу съесть! Не дадите, да? Я так подразумеваю, не дадите. Да, я понял, что не... Так, а мы можем пообщаться? А, да. А, ну, что происходит? Авиация, что ли? Офигеть. Он идет с мухами. Офигеть! Давай, дедуля, глотаем жару! Все, выгнали нафиг всех. Ну нет, жреца оставили. Блин. Хватит его трогать. Сейчас мы тебе все сделаем. Так, спускайся. Дверь закрыли уже, нас уже не выгонят. Что у нас тут? Я не могу... Ну ты горишь, да. Ты горишь... Кусти такие черепа, здоровья. Что это? Грибок какой-то. Грибочек. Прими грибок, тебе станет легче. Круто. О, слушайте, может... Не затягивайся. Есть.
Все классно, все шедеврально, я спасу тебя, я спасу... А, подожди, гриб, гриб, а, слушайте, гриб, точно, 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 вот сюда гриб, наверное, да? 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 Вот сюда. Офигеть! Логика разработчиков просто меня умиляет. Оп. И вот сюда. Куда-нибудь. И да, а ну, если я его спущу к нам... Ха, телепортируется. Кудесник. Ладненько. Куда, куда ты пошел? Просто схвати и убери его. Хорошо. Мы как-нибудь попробуем дотянуться. Хм, у нас тут тросик какой-то. Не дотя... Так, подожди, а как... Надо, чтоб нас он так же само, да, схватил. Хм. А как он нас так свалит? Он нас не хватит. Ключ еще, блин. Нам надо как-то развалить это все. Что у нас есть? Ха-ха! Не? Да ладно, что ты, бензинчик этот подлей. Но наверняка это способ. Я почти уверен в этом. Нет, опа, о, вот оно что. Надо было просто пробельчик нажать и увидеть. Ну, я застрял. О, вот это норма. Так, что у нас здесь? Мне надо заправить его, да? А, все-таки придется к тому мангусту лезть, чтобы как-то просить, чтобы он нам отдал. Тот бочонок. Надо как-то просить, но я не знаю, он вряд ли его отдаст. Надо думать как-то, как так сделать, чтобы он нам... Просто мы до него даже дотянуться не можем, хотя мы ему помогли. Вот к этому. А он вообще тут еще? Или уже убежал? Еще пока тут. Я не дотягиваюсь до него. Как мне сделать дотянуться до него? Как сделать так, чтобы он меня заметил? У меня ничегошеньки нету с собой. Ага, вон бочка, бочка, бочка. Надо просто на пробел нажимать, чтобы смотреть, что он, с чем можно взаимодействовать. Надо это не забыть. Все будет чики-пуки. Не дотягиваешься, да? И что ты мне предлагаешь, чтобы я сделал? Это что такое? М-м, карта. Нифига себе. Это я здесь? Офигеть, смотрите, сколько мы прошли. Мы в самое днище спустились. Просто реально некуда ниже уже. А, и куда, скажи, куда они собираются ракету запускать? Ну да, это все-таки игра, но... Слушайте, как забавно увидеть все это. Вообще класс. Ладненько, не будем ностальгировать. Прячься. Надо подумать, я без понятия, если честно. Единственное, что... Ладно. Ладно, думай. Включаем мозг, которого почти нету, но думаем. С этой, куда тебе деть? Вот скажи, куда тебе деть? Если я куда-нибудь тебя здесь поставлю, ты тоже исчезнешь, да? А ну, а ну, схватись. Мы же открыли вот здесь дырочку. А, блин, мы закупорили. А, нет. Офигеть, как низко он спускается. Ой, он тонул, да? Слушайте, я подразумеваю, что так не надо делать, так что я... А, его споймали. Круто. Я знаю, как мы пройдем. Мы возьмем сейчас чемоданчик. Вот так. И поставим его. Да? Гениально! Подожди немножко, ты там приготовься.
во всем соку быть. Я сейчас... Блин, ты что тут стал вообще неудобно, как стал? Вот так. Надо было просто подождать. Так, сейчас попробуем пройти. Спасибо. О, круто. Бей его! Да, сожги его полностью. Это редиска. Приятного аппетита, кстати. Ладненько, понеслась, ребят. Сейчас будем запускать ракету. Вы любите запускать ракеты? Я не знаю, как это, допустим, как это запускать ракеты, потому я не знаю, как реагировать на запуск ракеты. Но я подразумеваю, это что-то будет грандиозное. Так, готово. Что дальше? Что дальше? На Луну. Тараканы живучие твари, но я сомневаюсь, что они без кислорода смогут выжить. Так, ладненько. Думай. А, подожди, мы до сих пор можем это... Значит, это нужно. Я пока открою. Ладно, не будем раздумывать долго. Как мне тебя освободить опять? Опять мне тебя освободить. И тут... И... Нет. Ну, давай попробуем, конечно, но я сомневаюсь, что это поможет. Сюда. Обратно сюда, я не знаю. Я просто без понятия, как делать, если честно. О, с капитаном там стоит, смотрите, я и не заметил его сразу. Давайте пойдем к капитану как-то. Мы же можем, да, там подняться вроде, если не ошибаюсь. Да, он здесь, можем подняться. Можешь попросить капитана как-то. Привет! Нет, капитан не хочет с нами разговаривать. Что? Вот. А, это просто взаимодействие с этой командой. Ясно. Но больше у нас ничего здесь недоступно, да? Ключ ставить, это и так ясно. Лысому ясно. Как-то ключ забрать нам надо, но мы не дотягиваемся. Вот это вот трабло, если честно. И что, ты хочешь сказать, что я застрял? Не, не хочу сказать. Это здорово, что ты не хочешь это сказать. Как мне добраться к тебе? Если бы я мог управлять временем, я бы знал. А так я не знаю нифига, если честно. Что делать? Как быть? Я хочу до тебя добраться. Так, хватит там орать, я тебя спасу как-нибудь. Ладно, давайте с этим рычажком поиграемся. Я не знаю, мне что-то кажется, что где-то здесь есть, как говорится, сакральный смысл, но я его не вижу. Ну, бывает, конечно же. Ладно, наверняка надо убрать это отсюда. Сомневаюсь, что это как-то поможет нам. Ставь сюда, короче. А мы можем отсюда что-нибудь забрать вообще вот так вот, да? О, обалденно, как говорится. Так, это хорошо. Там же ключик, да? Мы сейчас до ключика, наверное, дотянемся. Возможно. Но непонятно, зачем тогда вот это вот открыто все время. То есть его можно закрыть, можно открыть. Вот это вот непонятно. То есть наверняка тоже должен быть какой-то смысл. А ну-ка я до ключика дотянулся. О, дотянулся. Замечательно. Так что, все. Полетели. А как мне высвободить своего товарища? Я-то пойду вставлю ключик, но я сомневаюсь, что мы как-то сможем по сюжету улететь одни. Так что, либо корабль не заведется и не улетит. Ну, заведется как-то стрёмно сказано для космического корабля. Либо нам предложат, скажет, надо его спасти своего друга. Ну, сейчас узнаем. Ключик, у меня есть ключик. Но... надо товарища своего. Вот то, что я и говорил. Товарищ. Мой товарищ. Как мне тебя спасти, товарищ мой, а? Как мне тебя спасти? Как мне? Возможно, есть вариант. Не дотягиваешься сейчас.
Так же само поступим сейчас. Ты не можешь, да? Сюда не можешь. Никуда не можешь. Только сюда же обратно можешь это поставить. А ты что забираешь именно? Угу. Это... А там, смотри, там крючочек какой-то. Там какой-то крючочек. Там какой-то крючочек. Может мне как-то зацепить? Я не знаю. Мне тебя реально надо зацепить, но я не достаю. Как мне достать до тебя? Как мне до тебя достать? Как мне до тебя достать? Достать мне до тебя... Как? Вот это вот интересно, кстати. Интересно, интересно, интересно. Если бы я был там... Блин, а как вот тебя достать? Ладно, давайте подымем. Мне кажется, что-то здесь как-то в этом подвох. А, ну да. Мы же когда подымаем, мы с лебедкой вроде подымаем, да? А ну. Да, все тут понятно уже сразу стало. Ясно все. Мы, считай, разгадали загадку. Надо только добраться до верха. Вот. Сейчас с лебедкой пошрудим немножечко. Плюс надо догадаться, как того червячка... Схавать, я не знаю. Ой, куда? А, о, даже так можно, да? Вот. Ха-ха-ха, миссия невыполнима. Нет, это Mortal Kombat какой-то. Я его уронил? Короче, я с ним что-то сделал. Не знаю, что я с ним сделал. Ладно, давайте, может, как-то можно добраться до этого червячка. Я хочу до этого червячка добраться как-то. Как мне это сделать? Как мне сделать, да? Как мне до тебя добраться, червячок? Тихо, 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 тихо. Ну, реально, есть путь. Но я его не вижу. Что, опять? Да? Или мы его достали? Мы его, по всей видимости, достали. Давайте... Как-то попытаемся спуститься и посмотреть, достали мы его или нет. А, вон он уже, я и не заметил. Привет. Ну все, понеслась. И мы летим. Только как мы будем лететь на ракете, если вы видели, да? Прекрасно видели, что ракета у нас вот здесь. Вот, и она летит... Ну, через шахту даже небольшую. Она тут ломает дофигища всего. Но будем верить разработчикам... Ой, не то нажал. Либо мы разлетимся в хламье, но, как всегда, тараканы выживут, так что не беспокоимся о них. Либо мы улетим в космос. Космос, а мне это не надо, мне это уже не надо. Так, ну чё, полетели. Давай быстрее, быстрее давай, я иду, полетели. На Луну! Мы увидим новый мир! Что за борода? Аларм! Аларм! What the fuck? Мы действительно улетели... Да. Недалеко мы улетели. А вот и злополучная птичка. Наконец-то нашла своего червячка, но как-то... Офигеть! Бомбануло. И тараканы живы остались, не? Живы! Да, карусель. Разбомбили там все нафиг. Ой, этот цветочек. Да, он вяленький. Чпок. Исчез. Что ты сделал? Что ты сделал? Ты цветок убил, сволочь! Я вас сейчас сам убью, сволочи! Что такое? Стой, смотри. Цветок. Чпок! Живой! Офигеть! Живой цветок, живой цветок. Та-ра-та-та-ра-та-та-та. О, это даже маску снял. Она у него лица не покажет, да? Круто. Они все-таки достигли своей цели. Они нашли живой цветок. Все?
Блин, ну игра вообще шикарная. Блин, ну вот головоломки, сюжет, все, вот просто 10 баллов. Deadelic Entertainment, как всегда, на высоте вам. Просто. Немцы, вы можете делать не только фильмы для взрослых, но и игры. Это здорово. Это просто шикарно, на самом деле. Вот переживание за тараканчика, за вот этого именно однорукого, скажем так, или с пораненной рукой, который, грубо говоря, пролетел все виды шахт, как были на нашем пути. А тут показывают рисуночки, они водят с собой этот цветочек везде, да, прям звезды. Слышите, вообще круто, да. И все-таки нам удалось найти своего, ну, допустим, это брат его, потому что, ну, скорее всего, все тараканы каким-то образом родственники, да. Ему удалось найти своего брата. И это здорово, на самом деле, он смог. И цветок, правда, не тот, тот птенчик. Да, птенчику вообще больше всех, наверное, досталось. Хотя из-за птенчика, грубо говоря, не нащудили таких бед. Рассказывает сказки цветку. Не, это было на самом деле шикарное приключение. Мне дико понравилось. Я так, наверное, еще с детства не радовался, когда какие-то мелкие игрушки проходил. Это было действительно очень поучительно и весело. Советую всем пройти эту игру самостоятельно. Но если вы смотрите этот ролик, скорее всего, вы уже посмотрели все 4 серии, получается. Их всего у нас было на канале. Но игра поистине очешуенная. Вам, конечно же, огромнейшее спасибо, что вы остаетесь с нами и смотрите ролики. Для меня, честно сказать, это очень ценно. Очень. То, что вы пишете комментарии, это безумно тоже ценно. Я узнаю так своего зрителя и мнение его о своем творчестве. Ставьте лайки, не ленитесь, советуйте канал друзьям. Это поможет для развития канала и... Ну, подписываемся, соответственно, если вы вдруг еще не с нами. Подписываемся, кстати, в группу ВКонтакте. Там много чего интересного вы найдете о канале и вообще о игровой индустрии. О, да, смотрите. Видели? Вот только что показали эльфа такого. Тогда он был живой, а сейчас уже того скопытился. Ну, что ж, бывает. В любом случае, всем удачи, до скорого и пустошь с тараканами.